уже рассказывали о негативном воздействии человека на окружающую среду, воду, почву, воздух. Сегодня речь пойдет об особо охраняемых природных территориях нашей республики. В Татарстане их 11. Эти заповедные места можно смело назвать островами надежды. Когда-нибудь обращали внимание на то, как пробуждается природа после зимнего сна? Государственный заказник Кичкетан расположен на самом севере Татарстана, в Агрызском районе. Это проплыла выдра. Бобров сейчас не видно, но вот следы их резцов. А вот и сама бобриная хатка. В Агрызском районе, в пойме реки Ашит, есть места, удивительно напоминающие тундру. Может быть, поэтому именно здесь, перед последним броском на север, останавливаются передохнуть тысячи и тысячи перелетных птиц. Весна, Волжско-Камский заповедник. Просыпаются лесные гадюки. Заказниках флора и фауна живут по своим собственным законам, законам природы, без вмешательства человека. И вот результат. Считалось, например, что змеи-медянки вывелись в наших краях. Но вот она, родимая. Кстати, почти все растения, животные и птицы, снятые в нашем фильме, занесены в Красную книгу. Недалеко от Атабаева орнитологи насчитали более 50 белых орланов, птиц, почти исчезнувших в нашей республике. А это колония цапель в том же Кичкетане.
государственный заказник «Чистые луга». Он расположен напротив широко известного санатория «Берсут». Инспекторов государственного экологического контроля страдная пора. Проводится операция «Нерест». Чувствует себя в безопасности целый выводок диких кабанов. Самая высокая гора в нашей республике, Чатыртау, находится в Знакаевском районе. У ее подножья хорошо себя чувствуют сурки-байбаки, которые еще совсем недавно находились на грани исчезновения. Такая притча. Встретились однажды материалист и идеалист. Один превозносил технический прогресс. Он говорил, что человек создал самолеты, которые летают сотни раз быстрее любой птицы. Другой отвечал: разберите самолет, соберите его снова, заправьте горючим, и он опять полетит. А попробуйте разобрать птицу. Жизнь на Земле — величайшее чудо. Природе понадобились миллионы лет, чтобы напластовать эту гору. На острова надежды снова, сменяя весну, пришло лето.